строителей, который сюда из приехал. Вопрос сразу. Фениксу отправили уже копию, да? Фениксу уже отправили копию, то есть они конечно, в курсе. Конечно. Дело в том, что самое главное, смотрите, вот есть глава администрации, значит, нам нужно что? Вот чтобы вы смотрели, не дай бог, обычно такие вещи происходят все ночью, правильно? Чтобы ночью не приехал кран, что как только, значит, приедет сюда ночью кран, будут завозить какие-то стройматериалы и так далее. Вы должны сразу же позвонить. Телефон главы администрации вам сейчас даст. Вот, он у него круглосуточно работает. Вот тот, который давали, он круглосуточно. Чтобы сразу же вызвать полицию и это прекратить. Сотрудник администрации сразу же сюда приедет. Вместе с полицией прекратить. Но самое главное, чтобы не получилось так, что мы утром проснулись, а здесь уже стоит там часть забора, допустим, или еще что-то, понимаете? Вот это вот нужно как раз не допустить. Я так понимаю, вот это вот распоряжение, да. Мы обязаны конечно, им предъявлять, конечно, что вот. Конечно, распоряжение. Извините. Вы делаете незаконно. Пока это распоряжение не отменили, отменить его может только суд. Но это время опять, понимаете, они пойдут в суд, они будут заниматься, мы будем судиться и так далее, и так далее. Но я могу сказать, перспектива, в принципе, самая скверная, что может быть, это то, что из бюджета мы будем вынуждены платить деньги этой организации. В любом случае, мы не допустим строительства дома, но если они предъявят суду документы, подтверждающие, что они уже понесли затраты, а они, как собственники земли, это могли сделать, вот тогда мы из бюджета обязаны будем им заплатить. Понимаете? Вот. А затраты какие? То есть это геология, изыскание, проектные работы и так далее. Вот это надо платить. Последний раз я вам говорю, у нас было 80 миллионов. Деревьев, значит, это отдельный разговор. Мы с жителями уже говорили, что дом мы отстаиваем, а деревья потом вместе решили, будут помогать и даже сажать. По деревьям штраф тоже.